Уплачивая эти налоги, мы обеспечиваем работу школ, детских садов, учреждений культуры и благоустройство и развитие наших городов и сел. Имущественные налоги уплачиваются на основании сводного налогового уведомления, в котором отражается информация о сумме налога, дате уплаты, характеристиках объекта налогообложения, периоде владения и имеющихся льготах, если таковые есть. Если налогоплательщик не торопится заводить личный кабинет, сводное налоговое уведомление приходит ему по почте. Оплатить имущественный налог можно по квитанциям в банке или через специализированные онлайн-сервисы. На Южном Урале уже второй год расчет налога на имущество производится, исходя из кадастровой стоимости, с использованием понижающих коэффициентов, которые должны смягчить нововведение для владельцев квартир, гаражей и земельных участков. Кадастровая стоимость также уменьшается на так называемые налоговые вычеты. Подробную информацию можно получить на сайте ведомства, а также по бесплатному телефону единого контактного центра.